В нулевой день 6-го Владимирского экономического форума обсудили цифровизацию российской экономики. На повестке дня – умный город, интеллектуальные системы и комфортная среда. Беспилотный транспорт, умные котельные, платформы виртуальной реальности и биометрия, телемедицина – все это ждет россиян в ближайшие годы. Ростелеком и Центр речевых технологий опробируют проект с использованием биометрических данных гражданина на базе Эрмитажа. Лицо человека может стать его уникальным билетом в музей. В перспективе с помощью селфи россияне будут оплачивать покупки и коммунальные услуги. Это технология, которая позволяет без паспорта по биометрическим признакам, по лицу, по голосу человека идентифицировать его. То есть, по сути, заменить паспорт. Это, безусловно, элемент цифровой экономики. Это технология будущего. К основным задачам относится и решение проблем цифрового неравенства и внедрение 5-го поколения мобильной связи. Есть консенсус на рынке относительно того, какие применения у 5G будут наиболее перспективные. Будет ли это использование в городской среде или, наоборот, это будет использование в ограниченных площадках, на производстве, еще где-то, где требуются высокие скорости. Современные технологии позволяют сделать умным не только вашу кофемашину, подушку и даже матрас, но и подъезд, дом и город в целом. Но функционировать эффективно все это будет только тогда, когда в городе появится достойная инфраструктура. Мы можем любой подъезд сделать умным, да, а труба в подвале будет течь. Поэтому нам нужно сначала улучшить свою инфраструктуру, справиться с потерями, оптимизировать всю инфраструктуру городского хозяйства, а на сэкономленные от уже несуществующих теперь потерь деньги развивать те самые дорогие цифровые навесы. В Владимирской области есть территория, где массово внедряются интеллектуальные возможности умного города. Это Доброград. В самом регионе работает система 112. Позвонив по данному номеру из любой точки области, жители получают оперативную помощь при происшествиях, в чрезвычайных ситуациях, угрозе жизни и здоровью. Евгения Палагина, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.